чудесненький. Это светлый мир детства. Это радостный и счастливый дом, в котором всегда открыты двери для новых талантов. Для тех, кто пробует робкими маленькими шагами проникнуть в тайны и прекрасные, загадочные и удивительные мир танцы. На сцене дебютанты нашего концерта. Самые юные воспитанные танцы. Слово для поздравления предоставляется директору школы, заслуженному учителю Российской Федерации, депутату муниципального совета муниципального образования города Петергоф Герасимовой Ольге Анатольевне.